Около 10 утра в главном здании Казанского федерального университета раздалась громкая тревога, просьба покинуть здание. Из всех дверей хлынул поток студентов, сотрудников и преподавателей. Кто-то успел взять с собой вещи, а некоторые выходили с тем, что у них было при себе. Нет, никакой беды не случилось, это была обычная учебная тревога. На самом деле паники не было, как не было и реального очага возгорания. Все спокойно покинули здание. И буквально через 10 минут уже вернулись на свои рабочие и учебные места. Сама эвакуация прошла быстро и организованно. Анна Глазунова, Владимир Нелюбин, Универньюз.